Хай, геймеры! Соскучились по новеньким игрушкам? Тогда вы попали по адресу. В эфире GameZone. Сегодня в программе новости индустрии, обзор игр для PC и PlayStation 2, гейм-секреты и еще много чего интересного. Смотрите, не переключайтесь. Президент Ubisoft Ив Гильма официально анонсировал сиквел одной из лучших игр прошлого года «Принц Персии. Пески времени». Разработкой игры занимается все та же монреальская студия, которая произвела на свет блистательный оригинал. Игра, по словам авторов, будет куда мрачнее своей предшественницы. На этот раз персидскому принцу предстоит победить вовсе не злобного визиря, а саму судьбу, готовящую ему смерть. Будем надеяться, что Ubis не зайдет хотя бы до демонстрации отдельных кадров из «Принца Персии 2» на выставке E3. Потому что ждать игру, слабо понимая, что она из себя представляет, все же трудновато. Самое время разыграть диск от CD-центра Gigabyte. Вот этот сплит с игрушкой Battlefield Vietnam прямо сейчас может стать вашим. Для того, чтобы получить эту игру, вам нужно первым прислать правильный ответ на мой вопрос на пейджер редакции. Абонент «Вечерний экспресс». Ну а вопрос такой. В каком году началась война во Вьетнаме? Ну а если вы не сильны в истории, скажу, что было это в 60-х. Ну а мы продолжаем. Далее в программе рубрика Game Mini. Сегодня обозреваем игрушку Grand Slam Champ. Отличный симулятор большого тенниса. Не слишком аркадный и не слишком хардкорный. С отличной графикой и озвучкой, а самое главное — простым и в то же время очень динамичным геймплеем. Похоже, создателям Grand Slam India Games удалось найти ту самую золотую середину, которая обеспечивает интерес к игре самой широкой аудитории пользователей. Скажу честно, я небольшой поклонник большого тенниса, но в эту игрушку играл с огромным удовольствием. Если ваш телефон поддерживает Java, обязательно попробуйте Grand Slam. Не знаете, где найти нужную вам игрушку? Зайдите в Gigabyte. CD-центр предлагает самый большой в нашем городе выбор софта, фильмов и музыки, ну и, конечно, игр для PC. Магазины Gigabyte находятся по адресам: проспект Строителей 16, КДМ Маркет, и проспект Красноармейский, 64, торговый центр Майский. А мы продолжаем. Далее в программе тройка лидеров игропроката недели. На третьей позиции на этой неделе Колин Макрей Ралли 2004. Не прошло и полгода с момента выхода очередной приставочной версии лучшего раллийного симулятора. Как, наконец, он добрался и до PC. Игра, способная произвести неизгладимое впечатление на всех поклонников автоспорта. Современная графика и отличный звук. Экстремальная езда по пересеченной местности на предельных скоростях, широкие возможности модификации собственного болида и живописные трассы в самых разных уголках нашей планеты. Все это Колин Макрей Ралли 2004. Если вы еще не попробовали эту игру, настоятельно рекомендую вам поскорее это сделать. На втором месте в тройке самых популярных игрушек недели — Far Cry. Море, солнце, небо и песочек, пальмы, джунгли и древние храмы, а также вооруженные до зубов наемники и кровожадные монстры, исследовательские центры и военные базы, лодки, катера и джипы, а также классный звук и ураганная динамика. Как результат, огромное удовольствие от всего происходящего. Без сомнения, эта новинка от Crytek достойна особого внимания. По крайней мере, она позволит скоротать время, оставшееся до выхода настоящих столпов жанра — Doom 3 и Half-Life 2. Ну а чемпион этой недели — Siberia 2. Первая часть игры с таким родным для русского сердца названием вышла в свет летом 2002 года. А 31 марта года нынешнего увидел свет долгожданный сиквел этой потрясающей игры от студии Microids. Графика на пятерку с плюсом и отличный сюжет обеспечили Siberia не слабеющий интерес любителей адвенчур всего мира. Кейт Уокер возвращается, а значит, нас вновь ждут приключения. А теперь гейм-секреты. Сегодня ломаем игрушку Painkiller. Для того, чтобы получить доступ к кодам, запустите игру как обычно, а затем вызовите консоль с помощью клавиши тильда. Далее введите ниже следующие коды. PK God включает режим бога. PK Demon превращает вас в демона. Введете PK Weapons, получите все оружие. PK Health полностью восстанавливает ваше здоровье, а PK Haste включает режим ускорения. Игрушка Siberia 2 вот уже вторую неделю не покидает хит-парадов самых популярных PC-игр. Этот квест от малобюджетной студии Microids в буквальном смысле подарил надежду всем поклонникам вымирающего жанра приключений. С того момента, как мы не без грусти попрощались с Кейт, бодро бежавшей за поездом, уходящим в снежную пелену, прошло почти 2 года ожиданий и надежд.
Хотелось верить, что продолжение окажется, по крайней мере, не хуже оригинала. Большая часть нашей истории разворачивается на заснеженных просторах Сибири. На первый взгляд, окрестности кажутся безжизненными. Но это далеко не так. И вокруг, несмотря на лютый мороз, кипит жизнь. Геймплей простой и приятный. Siberia 2 осталась верна негласному хорошему тону подобного рода игр. Когда сложность загадок увеличивается не сразу, а постепенно. Так что почти до самого конца вы не будете испытывать особенных проблем. Правда, в конце игры есть пара задачек, способных притормозить вас на некоторое время. Но к этому времени даже новичок должен овладеть всеми навыками их решения. Графически игра сделала такой огромный шаг вперед, что в этой категории ей можно смело ставить 11 баллов из 10. Особенно это касается видеозаставок. Ну а музыка по-прежнему занимает важное место и очень удачно дополняет происходящее. Кроме оригинальных музыкальных тем, в игре используется известная мелодия романса «Очи черные», а также музыка из первой части Siberia. Итак, подводим итог. Siberia 2 — графически великолепно сделанная игра, поднимающая планку приключенческих игр на очередную высоту, которую, будем надеяться, постараются взять и остальные разработчики. Вторая часть не так захватывает, как ее предшественница, но в общем игра весьма динамичная и увлекательная, и способна доставить удовольствие от прохождения. Если вы до сих пор не знакомы с Мисс Кейт Уокер, то скорее покупайте билет и запрыгивайте в поезд. Да поторапливайтесь, отправление строго по расписанию. Думали, пришло время прощаться, а вот и нет. Не спешите переключать канал. Совсем скоро блок игрушек для видеоприставок. Вы смотрите телевизор, слушаете музыку или работаете за компьютером и никак не можете оторваться. Знаем, вы побывали в Гигабайте. Широчайший ассортимент самых качественных видеофильмов, компакт-дисков, DVD, программного обеспечения и обучающих программ. Новые поступления каждую неделю. Компания Гигабайт, Строители 16, КДМ Маркет, Красноармейский 64, Торговый центр Майский. А теперь и новые магазины по адресам Ленина 63А, магазин Арбат, Ленина 100, магазин Заря, в Новоалтайске, Октябрьская 13. Зайди, засиди. А теперь поговорим о консольных игрушках. В этом году игровая общественность отмечает 15-ю годовщину появления на свет приставки Sega. В начале 90-х Genesis была чуть ли не единственной 16-битной игровой системой на рынке видеоприставок. А ее коммерческий успех был бы немыслим, не выпусти Sega серию игр о Сонике. Без сомнения, этот персонаж является иконой целого поколения геймеров. Без него немыслимы такие платформы, как Genesis, Mega Drive 2, Master System и Sega CD. Первая часть приключений Супер Ёжика появилась в далеком 91-м. Однако и по сей день этот нестареющий сверхзвуковой прародитель покемонов продолжает радовать всех фэнов новыми приключениями. Перед вами одна из самых удачных, на мой взгляд, игр о Сонике — Sonic 3 и Knuckles. Эта аркада увидела свет в 1994-м, и во многом благодаря ей Sega завоевала всемирную популярность. Отличная рисованная графика, потрясающее музыкальное оформление. Эта игра буквально излучает позитив. Геймплей предельно прост, даже для Sega, и позволяет получать удовольствие от игры, не прилагая практически никаких усилий. Итак, газ в пол и вперед! Огромный ассортимент игр для любых видеоприставок вы найдете в магазинах компании «Мир видеоигр». Полный ассортимент консольных игрушек. Золотая классика для NES и Genesis, диски для Sega Dreamcast и Sony PlayStation. А также самые свежие хиты для PlayStation 2. Адреса магазинов фирмы «Мир видеоигр» вы видите на своих экранах. Если вы поклонник консолей, обязательно посетите эти магазины. Гарантирую, вы не уйдете разочарованным. Ну а далее в программе игрушка Metal Gear 2. Sons of Liberty представляет собой вполне органичное и логичное продолжение истории, начатой в первой части игры. В новой же серии главному герою придется столкнуться с новой силой, которая на самом деле была рождена все теми же монстрами, за которыми бравый Снейк гонялся всю первую часть, и которых, как казалось, победил. Однако спасение мира от ядерной войны вовсе не означало спасение его от других бед и несчастий, которые принес проект Metal Gear Rex. Технология изготовления роботов типа Rex была похищена, и все государства мира принялись оснащать свои армии этими чудесами техники. Буквально за 10 лет количество изготовленных роботов превысило все разумные пределы. Впрочем, американцев жуткая история, рассказанная в MGS, ничему не научила.
обстановке полной секретности был разработан еще более страшный механизм — MG-Ray, который один в состоянии бороться с целой армией рексов. Но какие новые опасности сулит Рэй, попади он в чужие руки? По законам жанра, все самое худшее, что может случиться, непременно случается. Так что порядком постаревшему Снейку вновь придется спасать себя и весь мир от очередной катастрофы. Действие игры начинается на гигантском танкере, а потом плавно перетекает на городские улицы Нью-Йорка. Графически игра выполнена превосходно. Огромное внимание уделено детализации игровой среды. Metal Gear 2 Sons of Liberty, несомненно, имеет право являться демонстрационным материалом для показа истинных возможностей PlayStation 2 как консоли нового поколения. Эта игра не оставит равнодушным никого. На сегодня все. Прощаюсь. До встречи через неделю. Пока.